Оксана Погодина 18 лет носит белый халат. Все эти годы участковая медсестра работает в поликлинике Центральной городской клинической больницы. Обязанностей много. Ведение амбулаторного приема, организация прививок и диспансеризации. День расписан буквально по минутам. Приятный бонус за кропотливый труд – ежемесячная выплата. Льгота новая вступила в силу с января 2023-го. Работа у нас очень занимает много времени, с 8 до 7 вечера, поэтому нам будет очень приятно, если нам такие будут надбавки. Дополнительные средства обещают выплатить к весне. Месяц ожидания компенсируют индексацией. На льготу может претендовать целый ряд специалистов, среди которых фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи, медработники со средним образованием, работающие в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения. Размер выплаты разный для всех категорий специалистов. Стартовая цифра – 4500. Это для младшего медицинского персонала. Больше всех полагается врачам центральных районных и участковых больниц. Это 18,5 тысяч рублей. Данное постановление предусмотрено в целях стимулирования медицинских работников к привлечению их к трудоустройству в медицинские организации, потому что на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Ульяновской области, имеется достаточно выраженный кадровый дефицит, если мы берем государственные лечебные учреждения. Поэтому данная выплата будет еще одним подспорьем для медицинских работников. По данным Кабинета министров России, выплаты получат 1 миллион медицинских работников страны. На эти цели направлено 152 миллиарда рублей. Узнать подробную информацию о льготе и списках ее получателей региональные специалисты могут по единому бесплатному номеру. Звонки принимаются ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. УПРАВДА ТВ.